канала есть ссылка. Пожалуйста. Хорошо. А, это не то. В описании канала. А, да, в описании есть, потому что сейчас не будет скидываться. Там игра началась. А, да. Уже минут 20 идет. Да. Гэл ХФ, пацаны. На самом деле мы вам этого не желаем, конечно. Сегодня у нас стрим, который доказывает, что пить вредно. Стрим в поддержку здорового образа жизни. Видите, я с бодунами. Да не, если вы хотите, я ничего ему не буду говорить. Как хотите. Мы сливаем. Хотите без эмоций, пожалуйста, будем сливать просто. Без шума. Без шума и пыли. Да. Видишь, столько защитничков, ты такой маленький, слабенький. Хорошо. Меня сейчас поломают там. Не дай бог, конечно, Панивура обидится. Он же расстроится. Алла, вообще соберу вещи, к маме уеду. А? Будешь продолжать в том же духе, соберу вещи, к маме уеду. Кто против нас там? Андедушка, да? А я не видел, я вообще сначала игры просплакал. По-моему, опять Андетельф, но лучше бы ты разведал, потому что инфа не 100%. Ладно, инфа примерно 146%. Как скажешь, ты же повелитель крабов. Да, я главный краб, поэтому отправь там какого-нибудь светлячишку своего. Да пошел уже. Я готов. Какого-нибудь такого лохонького, которого не жалко. Так, я понял, если ты ставишь экспан, значит 20 нет, минут не хватает, ставлю. Чтобы... Не, если я ставлю экспан, ты не строю при этом 100-500 вышек, то, конечно же... 100-500 но... у тебя всего лишь 5 было. Первые 5 вышек, это, ну, как бы это вообще не считается за вышки. Ох, пацаны, ну покажу я ему демку. Не хватает золота. У меня там вышек было больше, чем... Опять работает. К вашим услугам. Больше, чем у тебя побед на ладере было за всю жизнь. Ну же, приказывай. Ну тогда ты... Извини, да, тогда я... Извини, что обидел тебя. Черт, куда вы, придурки, агритесь на Веспа? Что вам угодно? Нужна моя помощь? Дарк Рейнджерка? Ну же, приказывай. Что вам угодно? Ну, второй Андрей. Ну, что вам угодно? Да. Не хватает сумма. Опять работа. Нужна моя помощь. Придурки, да. Вот этого надо. Что вам угодно? Ну же, приказывай. Нужна моя помощь. Да. Согласен. Будет исполнено. Ну же, приказывай. Куда ты в атаку пошел? Дурачок. Че нельзя? Да я своему крестьянину. Смотри, тут парень крипится, нет? Ну, не хватает дерева. Да, нужна моя помощь. Постройка задержана. Нет, не крипится. Ну туда я покрепился. Да, что прикажешь? Ну же, прикажешь. Не хватает дерева. Что вам угодно. Не обязательно архимаг вплотную подбегать, чтобы. Агрить крипом. Твой архимаг кастрирован. Ему обязательно вплотную подбегать. Ну же, приказывай. Так, понял. Подошли. Ну и чё ты? Придурок. Так, там два андеда, да? Нет, андед и эльф. Подожди, а дарк ты сделал эльф? Эльф через дарк рейнджер. Ты ещё не слышишь ничего? Глухой синий крал. Нужна моя помощь. Да будет так. Давай, кидай в него кайлы. Да. Да. Хорошо. Нужна моя помощь. Ну, что вам угодно. Я тут с андедом сражаюсь за точку. Отобрал у него крипа. Да будет. Вырвал из его лап. И Т2 нажал. Поздно, правда, но. Ну же, ну, нажал же. Как скажете, что вам угодно. Да, пинг у меня не. Согласен. Большой пинг у меня. Ну же, приказывай. Да. Что вам угодно. Так, немножечко огорчает. Будет исполнено. Ну же, приказывай. Охренеть, но где-то секунды. Секунду где-то. Отзыв идет. Да. Ну что, попробуем закрепить. Что вам угодно. Да, на моя помощь. И нет, попробуем. Ух, отлично, покрепился. Просто кошерно. Да.
Хорошо. Ладно, к арке надо крепиться, этому дурачку тоже. Попробуем закрепить свой лагерь. Да не надо же в архимага. Не в пинге дело, что ты слишком ре. Я слишком ре, поэтому в пинге дело. Эльф тебя запустит. Ну же, приказ. Есть. Что вам угодно. Подлечишься и пойдем в атаку. Ну же, приказ. Понял? Угу, третий левел архимаг. Превосходно. Да, да. Опять работает. Пацаны, ну давайте, ну идите, ну... Не злите дядю Боня. Нужна моя помощь. Что ты сделал? Все тогда. Опять атаку. Да, третий архимаг, большой бутылек маны. Красавчик. Могу варежки отдать этому твоему, чтобы не разъел свои. Просто пойдем со мной в атаку, можешь идти уже. На эльфа, наверное. Просветка есть? Нет? Нет. В магазин схожу. Забеги, только быстренько, давай. Чтоб время много не терять. Резкий, я слишком резкий, мне сказали. Все, пошли. Понос. Нужна моя помощь. Ну, приказ. Все, гоп. Будет искал. Давай. Гопу. Да-да-да. Смотри, у него висп есть. Я панду возьму. Давай. Ой-ой-ой. Обидно. Гоу. Да, давай. Вот он здесь. Ну же, приказ. Наш город осаждает. Нападай, нападай. Что вам угодно? Превосходно. Ты меня уважай. Будет исполнено. Магаз я подменю. Отменил их магаз. Да, бей. Шуку. Поехали. Не дай себе заслуга. Что вам угодно? Давай, леча. Леча. Что вам угодно? Панда надышала. Давай, давай, дай. Сейчас панда дохнет. Что вам угодно? Дерку бей. Контроль дай. Контроль. Ты меня уважаешь? Ну же, приказ. Вы не хочешь? Ты меня уважаешь? Да, не хватает маны. Моя помощь. Что вам угодно? Вы не хочешь? Ну же, приказ. Контроль, дай мне. Что ты сделаешь? Что ты сделал уже давно? А что не нажимаешь? Как не нажимаю? Они все под щитами, пух. Что ты троллишь меня? Так вот, смотри. Вот. Это новый подошел. Один. Ага, новый. Он уже умер почти. Не дай себе засохнуть. Да. Не хватает маны. Нужна моя. Еще разочек заснул. Что вам угодно? Бей вот эту фигню. Смотри, подошел. Аккуратно! Отклеился. Нет, выжил. Ты меня уважаешь? Да. Кого ты бьешь? Я надо что вам угодно. Давай галды. Да. Ну же, приказывай. Да. Нужна моя помощь? А-а-а. Будет исполнено. Я внесу вас и ваше. На что же оно? Моя помощь? Ну же, приказывай. Нужна моя помощь? Да, мой друг. Кто мне? Ну же, приказывай. Да. Нужна моя помощь. Так, ну давай я со второй серии пойдем. У тебя что-нибудь будет со второй серии? Конечно. ВЭшники будут, кресты. Давай, давай еще разочек. Ну что же, давай. Наверное, такого парня возьмем. Жирного футмена. Да, ну да. Ну же, приказ. Чего? Не хватает золота. Что вам угодно? Чем могу помочь? Да. Фанат рядки.
Кто не уже приказывает? Ребятки. Ага. Давай. Ну, ты что, подходишь? Не-не, я отошел. Да. Блин. Иона пошел. Ну, ну, ты можешь один его расколбасить. Сколбасить? Ну, хорошо, там сейчас Андед подойдет и поможет. Андед крепится здесь. Да, магаз взять, пока не поздно. Да, магаз нам взять. Не дай себе дождь. Погнали. А, ну ты сам там справишься. Конечно, справлюсь. Оккупант, такая тема. Такая тема. Блейта меткости, кошерно. У тебя нет стреляющих? Есть, конечно. Все, значит, нет. Двучка надо взять. Вообще, и ты знаешь, за такую раз я играю, видел юнитов? Нет, я не обращаю внимания на такие мелочи. Я император крабов. Мне как-то... Так, я, наверное, ухожу аккуратненько в Т3 через 50 да. лимита. Пойдем нам напасть на... Ну, пойдем, нападем, я готов. Не дай себе засохнуть. Ну что, где ты выложил ее, что ли? Я не трогал тебя. Да, ты выложил своими крышами. Не, я просто одновременно героям дал возможность обменяться девайсом. Значит, ты продал ее. Я не трогал, я вообще не трогал, честно смотрю. Смирись. Гоу. Аккуратно. Смотри, кто тут ходит. Стреляй, убивай, воруй. Маздриады, значит, да? Еще надо, наверное, тогда. Давай сюда. А вот тут что такое? Просто скелет, да? Понял. Вообще надо, наверное, мортирки мутануть. Грейтон Т3 пошел. Нет, тут не закреплено у них. Крипим. Да ты дура! Дыхание от бога. Дыхание от бога. Я вообще пир пары кидал. А, ты еще и пары кидал. Да. Панда грамотно. Ну зато заюзала бутылечек. О, как раз. Нет, так было задумано. Отходим архимагом. Панда третья. Может, подорвем им что-нибудь? Да зачем? Пойдем просто. Не, я подорву что-нибудь. Что вам угодно? На что жалуетесь? Да. Что вам угодно? Не хватает голода. Выступай! Давай, деремся. На что же он? Панду бьют. Панду убьют. О, хорош. Отдали панду, короче. Ну, в принципе... Да, я приста еще дал. Не, нормально, нормально. А, и не воскресил. Отлично. А ты мне деньжат не подкинешь, да? Естественно, не подкинешь. Вообще, ты не заслужил, но... Вот, ну, видишь, научен уже. Но я в этот раз подкину. Хорош. Дриад нужно этих... мортир нужно добавить. Думаешь... Да, уверен. Зачем ты будешь дриад убивать? А я и не буду их убивать. А ты не будешь убивать дриад, да? Тогда ладно. Сейчас архимаг за пятым пошел. Чем могу помочь? Нужна моя помощь? Пух не будет убивать сопернику дриад, потому что пух... Что вам угодно? Дриада... Сейчас ты три делать там, скорее всего, экспат. Вот здесь или вот здесь надо проверить. Что вам угодно? Будет
будет исполнено. Все, сейчас пятый левел, и... Что вам угодно? Чего? Хорошо. Ну, да, приказ. Не хватает маны. Да? Он дает там весело. Нужна моя помощь. Почему? Ну, эта карта отключена. Нужна моя помощь. Ты убил ему Акалита? Нужна моя помощь. Ой, Tomb of X еще. Может, подберешь, а то у меня Архимаг уже пятый. Сейчас подберу. Да, подберу. Давай, друг. Да, мой друг. Время не трогай. Ничего для друга не жалко. Кто просто приказывай. Ничего. Да, мой друг. Ну, чем могу помочь? Да. Так, и пошли первые маркиры. Ну же, приказывай. Нужна моя помощь. Давай, давай. Архимаг пятый, жесть. Ну чё, будем ульту делать, парни? Нужна моя помощь? Да. Тенвиза нет, конечно. Нужна. Ладно, погнали. Помощь? Подожди. Сейчас погоним. Ну, никто не желает? Я ещё по одной. Всё, погнали. На что жалуетесь? Нужна моя помощь? Погнали наших городских. Ну, на что жалуетесь? Через центр. Сейчас, подожди, меня чуть-чуть ток. Ну же, приказ. Кранчик, подожди. Что вам угодно? Сейчас умрёшься. Кранчик смешно. Да почему ж ты панда такая панда? Все, у меня панда 1200. Ну короче, нормально, ПП у них. Ну все равно бы классно было. Да, у Андеда Ташкент вообще. Давай тогда Элимов зашлю туда же. Да не надо, они пока дойдут испаряться. Ну что же, ты недооцениваешь моих элемов. Кто-нибудь ранен? Да. Мои элемы, самые элемистые элемы. Давай через Магас и Кандеду, да? Ну, да пойдем Кандеду по фану. Нужна моя помощь. Что же, да не, пойдем Кандеду. Сейчас скидочку куплю. Да. За качество отмечаю. С радостью. Что вам угодно. На что же, давай Кандеду. За качество отмечаю. Не дай себе засохнуть. Только герои. Всё. Да у меня герои такие, что. Все, готов? Да я уже здесь. Ну отлично. Давай, аккуратно. Помогай. Аккуратно. Он вообще не туда порвался сейчас. Ну же, приказку. Не дай себе засохнуть. Что вам угодно? Магас убиваем. У него, короче, база. Ты меня уважаешь? Укажите цель, дозовый. Да ты просто... Будет из школы. Ух ты. Да я просто знаю. Не дай себе. Ах ты! Дарк Рейнджерка. Едь. Я ТП, но это... А я один все разбираю. Давай. Опа, она у меня убили мейн. Ну, бас. Жесть. Видимо, пацаны много подрывников потратили. Ну же, приказывай. Нужна моя помощь. А? Видали? Ну басы. Чё там Бонни сделал, пацаны? Просто в гав. Укажите цель, чем могу помочь. Как бог. Просто. Очень больно сделал, ребята. Так. Ну, что там? Не всегда я краню. В общем, у меня сейчас появилась такая няшная тема. Давай я пока тут воды попью. Попасалаю этих. Да. Ты угадал мою мысль. Так, отключите панду. Чем могу помочь? На что жалуетесь? Альфа Т3. Ничего нового. Пытается нычку поставить. Сейчас мы ему поможем. Нужна моя помощь. Да. Андед лошара. Андед фактически мертв.
Undead и так мертв. Нужна моя помощь? А? Ну что же? Undead и так мертв. Чем могу помочь? Все, отлично. Да. Ну, такие ТП нормально. Ну что же, чего? Ты придурок. Я тебя сломаю. Я его сломаю, придурок. Что вам угодно? Ну что ж, прекрасно. Да, мой друг. Кто-нибудь ранен? Нужна моя помощь? Кранты. Скажите, цель, что вам угодно. Ты меня уважаешь? Ну что же, мне тебе. Да, Вальф Экспан. Аккуратно, Войнч. Да, я сейчас его. Че ж ты не сказал, что ты идешь без меня, блин? Ну что же, нужна моя помощь? Вальф Экспан. Сейчас вместе пойдем. Дай! Ну же, приказывай. А, у тебя вот оно что. Только аккурат. Ты там мог поаккуратнее со своим. Левел драйв. Точнее, Зекс. Я к тебе подхожу. Дерись, дерись, я убью сзади. Не отходи. Ну же, приказывай. Кто-нибудь ранен? Что вам угодно? Прикажете открыть огонь? Ты меня уважаешь? Ну же, прикажи, я подошел. Так, подмой. Выбить хочешь? Какая панда? Чем могу помочь? Дай сумею. Да, мой друг. Что вам угодно? Dark Ranger Каминус, хорош. Ну же, прикажи. Все. А ты боялась. Я еще просвечу кого-нибудь. Давай, давайте панда шустрый. Все, победа. Да, четко. Бойня, спародируй Соника, плиз. Ты че, а у тебя нычка была, да, Пух? В смысле? Ну, я просто не видел на мини-карте. По-моему, стояла у тебя, да, нычка? Все, истерика у моего тиммейта. Вызовите Пуху, врача, пожалуйста. Жесть, блин. Я думал, я в Варкрафте все видел. До встречи с тобой. А, хорош. 21 минута. Вот, видишь, люди что пишут. Люди-то правду видят. Пропал бы ты без меня, пишут. Пропал бы совсем. На морозе-то. Змерз бы где-нибудь. Никто бы тебя не вытащил. АМ 6 прикольный, конечно, чувак. С подрывниками там умеет, наверное, навести шороху. Да? Да, да, да. Если бы можно было, чтобы сразу АМ 6 был. Выходил из алтаря в начале игры 6. Кулдаун у массового ТП очень небольшой. Ну, то есть, быстро он кулдаунится. Проблема в том, что там была Dark Ranger'ка, и она как раз массовый ТП отменяет, если у нее есть мана. Тебя просили спародировать Соника. Соника? Да бог его знает, так, как его спародировать. Ты чё, пародируешь Соника? Да, я подрабатываю этим. Езжу, концерты даю. На афишах пишу. Пародии на Соника, народ. Ну, давай спародируй. Собираешь зал. Я не знаю, как его спародировать. Я не умею пародировать Соника. Лондон из-за Capital, Рейд, Бориттон. Какие расы против нас? Да. Все пропустил. Ну, я Ух. Эфи Мозг против нас играет. А, так это ты? Так это он. Стрим общая. О, привет, Эфи Мозг. Так, сейчас подожди, мне по телефону надо переговорить. Подожди, пацан, подождать, ладно? Сейчас да. Приду, попишу. Thank you.
Ждем пухом. Надеюсь, что он не ушел на час говорить по телефону. И к нам как-то вернется. А я пока послужу с ребятами. Так, если ребята играют с программами, это будет тяжелее, конечно, законтрить. Там раз, это вот пуха. По-моему, Хуман опять. Вот я прям вижу по пикселям, что это человекообразный опять. На первом месте. Так прикольно, я без нычки на первом месте. Обычно всегда, кто ставит экспант, у того первое место. Чисто по... даже по добытым ресурсам, да и по всему. Все, я тут. Отлично. Все, гоу, поехали. Парни молодцы, даже проиграть таким не стыдно, но... Давай сразу выйдем. Обычно таких мы выигрываем. Можем выйти, да. Да нет, я думаю, по парни не для того нас ловили, чтобы... Я готов. Опять работать? Чтобы мы сейчас просто взяли и ливнули без боя. Давай хоть посопротивляемся немножко. Парни, немножко. Ну, обычно хороших людей, как ни странно, мы побеждаем. Да, вот говнюкам проиграли. Я думал, я приду здесь уже все. Я да. Уже это три у них. Я там отбиваюсь. Типа там. С одной базы. Не, фишка в том, что вот реально говнюкам проигрываешь чаще. Так что знайте, ребята, если не хотите быть говнюками, слейте нам просто. Просто слейте. И тогда вы точно можете назвать себя... хорошими людьми. Чего? Тру пацанами. Опять работает. Так, все на рубку деревьев, но для начала на добычу золота, а потом уже на рубку деревьев. А для начала да. На добычу золота. Какие там раз, ты помнишь? Ня. Ой, Архимаг. Ой, сыграю я через МК. А что ты там рассказывал тогда, если... Стараться байки травил. А? Байки травил. Давай байки? Через МК сыграем. Ладно. Правда, с таким пингом окружить, наверное, будет да, довольно... Да, кстати, у меня тоже поднялся сейчас. Ой. Поэтому... Но зато есть отмазка, да, на тот случай, если вдруг не отложу. Я же жал там, все такое. У тебя вон по носе. В описании трансляции я же жал. Стрим под... По красоте сделал. Че? Стрим? Стрим под этим. Под девизом «Я же жал». Да. Вообще, на самом деле, нужно мага строить, если играешь в МК ранее довольно. Пацан любит ману. Он раскидывает молотки и любит, когда... Хуманель. Хуманель. Что мы знаем о Хуманельке? Так, уходим. Уходим. Да, эти ребята, конечно, с своим простормором очень сильно портят. Зато у меня есть такая штучка. Там герой поздний. Не знаю, мне плевать, у меня Т2. Ой, это... этот такого. Второй левел. Левель 2. Там два барака. Будет маз. Будет маз, да? Спасибо, что... что живой. Успею я подняться? Или я пойду на перехват? А, тут сверху. Маз с демоном. Что так за новая страта такая? Да.
Давай, ребята. Давай, 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 давай. Сейчас он чё понял. Может на эльфа прийти, напрячь. Сейчас. О, смотри, Хуман тут как крепился. Угу, Хуман продвинутый. А ты, друг, очень вовремя пришел. Нет, тебе надо аккуратненько так поставить ферму. Типа она... Естественное насаждение. Хуман очень много битых рабов, может к нему прийти. Да, окей. У меня еще МК такая няша есть, тебе понравится. Я могу деревом, кстати, поснабжать. Давай, окружим, окружим, окружим демона. Демон сразу текать. Подожди, давай попробуем. Попробуй его немножечко под этого. Нет, да? Просто давай рабов. По свету. А, у меня же есть глаз. Пойдем, пойдем. Давай, бей ближних, я так. Давай, давай. О, подожди, подожди. Фан, да? Ладно, чисто рабами занимаемся. О, здесь убиваем. Третий. Даем клап. Хорош. Ох, раздаем. Я всех путменов слил на этих рабов. Кто третий левел взял? Беру клап. Ну ты всех убил, да, тут рабочих? Подожди, сейчас я. Давай, с тобой вместе. Давай, давай, давай. Хорош. Я уже не отойду, нет, отойду. Да, жестко Хуман. Да блин, нет, нет. Так я же вроде спасал. То. Убежит? Нет, не убежит. Просто ТП жму. Слушай, ну нормально, у них будет Ре, но... Давай, давай быстрее. Ну, Хуман опять рабов остался. Вот и я про то. И они здесь меня не пробреют, у меня вышки строятся. Это два почти готов, я... Да. Ну, по 100%. Ну, ТП слили, но... Сильно-сильно мы их задамажили. Так, где наша? Ага. Стоим. Отходим. Ко мне пойдут или к тебе? Сейчас посмотрим. Возьмем этого товарища. Давненько нет. Твой, да, город? Панда здесь? Да давайте быстрее, ребят. К тебе. Выдержишь? Один на двух. Как за них? Ты сделал вышки. Неужели? Я не верю в это. Стоит тебя только поругать. Ну, держись. Только... Ну, магазин внутри поставишь. Рабов забей, забей, забей рабов. Меня, спасибо. Герои. Он, да, он умрется. Чини его вышки. Контролит. Панду. Блин, вот пух, ты бы за меня не подконтролил. Так я только вышкой контролю, можешь, да? Да, ну ты там давай уже, потому что я тут долго не продержусь. Да я Хуману. А, ну а ты меня отдаешь, да? Не, я у Хуману, а что ты не отдаешься? Ну вводи рабов, они ТП-шницы, они не отдают. Они ко мне тогда. Так
да, отходи вниз. Но они не будут отдавать хуй. Все, это ТП. Да, эльф ТП-шится, да? Да. Твою мать! Давай, строй вышки, там пока есть возможность. Вышки, блин. Блин, панда сволочь. Да, золото, срочно. Мне тоже не надо. Ну, как тебе сказать? Так себе разменялись. Прям вообще так себе. Ну, там у Хумана ничего нет, да? Я надеюсь. Архимагушка, нет! Вообще не пугай ничего. Меня так. Два спорбрейкера тут. Блин, плохо чинило. Сейчас я приду к нему. Давай, давай. Строй. Ты мне сливай золото, потому что я как бы... Ну, если есть, конечно, у тебя золото, то я бы принял. Давай побыстрее отстраивайся. Тут. Так, мана надо купить. А эльфом просто видишь сливание. Да беги же ты, Валера! Кидай молот в панту. Чини вышки. Ух, у нас проблемы. Вышки чини. Да они только начали строиться, они не смогут. Не, пух. Все нормально. Здесь... А, рабов строй. Рабов строй. Да строй там панда все сдуло. Панда в фокусе. Па, пятая панда, охренеть можно. В фокусе моего нет, чё, кидай молотки. Дай просто золото, арбит. Я куплю маны и захреначу ее еще одну золото. Давай, аклик. Да давай же ты обходи! Краб! Еще одну панду мочим. Это вторая только, да? Лучше меня уже отдать, мне кажется. Думаешь? ТТП, да, отсюда? Или кто-то нажал? Архимагушка, а ты? Лучше бы не надо, а? Кашечка. Просто беги. Чем бы заняться? Наш город осаждает враги. Третьего левела, маг. Я ТП к тебе на мейн. Все, даю тебе все дерево, что у меня есть. И буду стараться контролить этого МК своего несчастного. Подлечишь меня неким, да? Я подлечил, ты поздно подошел. Охренеть. Архимагушка! Бонич, можешь не орать? Страшно. В кого ты кидаешь? Мол, да, боже. Так. Там демона бы убили с двух. Отошли бы под башню, апу. Облечишь? Ну ладно. Похвалил тебя. Настроил вышку. Чем бы заняться? Наш город осаждают враги. Да, блин. Нам надо как-то убить сейчас МК. Героя пошли. Ну пойдем как-нибудь. Только кидай молоток демона, блин, я. Хорошо, я тебя понял. А мы как бы полезем, может не полезем сейчас на дриад, да? Да нет, у нас шансов уже. Кидай молоток демона. Как скажешь. Кидай! Всё. Аклик. Я первый. Давай. Я второй. Ты. Кидай.
Лучший! Еще ничего вообще нет. Панду то же самое. Окей, давай. Автомагом отступай. Срать на этого архимага. Минус панда. Нет. Гномик убегает на последний ХТ. ХТ! Беги, родной, беги! Соркай, слоу. Инвиз, что-нибудь. Пожалуйста, не блочь только соркой. Поблочь его. Пожалуйста! Хорош. Фу. Все, отдалось. Пятая панда пришла. Жозенька. ГГВП? Шестая панда. Блин, где они так такой левел взяли? Я не пойму. Я вроде ничего им не отдал. Почти. Аккуратно, пух. Блин, смычка умирать так не хочется. Город наших союзников в осаде. Дашь соточку золота? Ману исполнил. Блин, мне пяти не хватает. Все, типа аура счет. Все равно надо остановить. Все, ладно, будем откидываться. Это жесть как сложно. Ну, в принципе, что, у них там. Они тоже на Т1 сидят, у них дриады там купили. Да, дриад на Т1 мощный. Ну, на Т2. Окей. Все равно фигня. Вот, минус одна отдалась. А я могу его войска контролить? Иди все. Подманить как-то. Элемчика забыл. Элем стратежно охраняет. Да нет, здесь они не пробреют. В том-то и дело, что здесь они ничего не сделают. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Попробуем подкинуть какой-нибудь молоток. Не было сапожки, у тебя есть? Отобрать у твоего героя. Отходим, отходим в кого? Мишку? Мишка? В Мишку? Да, давай, да, кидай, да. Кидай в ближайшую. Да не надо. Не парься. Он под слово был. Это вот тоже задрение. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою? Я в него тоже кидаю. Отлично. Чем бы заняться? О нет, это мое. Уходим. Я очень много СБшников, да хрена. Ну, в принципе, не, давай не будем, пух. Отваливаем. Что там делать? Ну, у тебя нычка работает, да бог с ним. И что? Ты можешь каких-нибудь найтов начать клепать, а то как-то сейчас панду кидаю. Каких молоток. Найтов? Кидай молотки в панду и... панду. Да. У панды там просто жесть. Она затаренная по самые... по самые коки. В демона, может, не в панду? Кого угодно, я в демона. И я в демона кинул. Бегим, Каша! Давай, Тарас, возьми. Да, я тут своим МК. Только ты, главное, стой под вышками, я прошу. Нет! Хорош! В демона кидаем дальше. Вот сучки дриады. Да откуда? У них же! Я там эльфа отманил на себя. Красно. Эльф за мной бегает всей брашкой. А, тут что, нет выхода? Да ладно! Да нет. Блин, дал бы контроль, пух, я бы сейчас бы... Еще сотку дай срочно золото, я сейчас убью демона. Не хватает золота, не хватает золота. Хорош. Сейчас попробуем пульнуть ему. СБшник аккуратнее. Контролю. СБшник?
Время не ждем, магия будет моей. Еще давай, еще разочек. Скотина, пятый. Лучший! Пошли нахуй. Фаст. Беги, я догоню. Одним МК такой, грозный МК. Сейчас МК всем навалит. 900 хп. Чё это? Химеры, пух! Пять! Их пять! Они злобные, страшные. Так, валю. Сейчас будет тыгу героя. Маркира против химер. Блин, как... Какой бред, но есть элемы. Погнали, наверное. Не успели. Погнали, но там... Ладно, окей, погнали. Мейн убивает, чиним. Или ты не зачинишь от химер? Нет, не надо чинить. Понял. Хавки! Их до хрена! Да что за страта такая сумасшедшая? Лучше сюда не забегать. Моя панда. Да. Я тебя только прошу. Не умри. Хорош. Кидаю. Давай, тык-тык-тык. Все, отвалил. Но здесь... Хорошо сыграли. Да, молодцы. Хорошая игра такая, да, получилась?